Всем привет! В этом видео я покажу, как на компьютер с Windows 10 или 11 установить Android TV, после чего такой ПК или ноутбук можно будет использовать как обычный Smart TV. Итак, поехали! Начнем все с самого начала, а именно с установки Android TV и его настроек. Для этого переходим по ссылке ниже в описании под этим видео, после чего мы попадаем на официальный сайт Android Studio. Здесь нажимаем на кнопку Download Android Studio, чтобы его скачать. Спускаемся чуть ниже, ставим здесь галочку и еще раз подтверждаем скачивание. После того, как данная утилита скачалась, закрываем окно браузера, открываем проводник, заходим в загрузки и запускаем данный файл с изображением андроида. Закрываем окно проводника и приступаем к дальнейшей установке данной утилиты. Жмем здесь Next, еще раз Next и Install. По завершению жмем Finish. В этом окне проверяем, чтобы данное значение было отмечено как у меня, и жмем ОК. OK. Далее в этом окне жмем сюда и Next. Здесь ставим Стандарт и опять Next, Next. И еще раз Next. Здесь ставим галочку на Accept и выбираем данный пункт. После чего еще раз жмем Accept и Finish дожидаемся завершения установки и опять нажимаем кнопку «Финиш». В этом окне жмем сюда и выбираем данный пункт. В открывшемся окне выставляем здесь данные галочки. Это будет значить, что мы будем устанавливать Android 13 версии, самой современной на момент создания данного видео. После чего жмем ОК. OK. И еще раз ОК. OK. Далее дожидаемся завершения установки. По завершению жмем кнопку «Финиш». Опять нажимаем сюда и выбираем здесь данный пункт. После чего нажимаем здесь в левом верхнем углу. В этом окне нажимаем TV. И выбираем разрешение экрана 1920 на 1080. После чего жмем Next. В этом окне жмем сюда. И загружаем данный элемент. По завершению загрузки нажимаем Finish. Жмем здесь Next. Здесь можно изменить название виртуального телевизора по желанию. Я же оставлю его как есть. Чуть ниже жмем сюда. И выбираем данный пункт. После чего нажимаем на данную кнопку настроек. Ставим здесь галочку. И в графе RAM выбираем значение в гигабайтах. В данном поле я поставлю цифру 6. То есть под Android TV у меня будет выделено 6 гигабайт оперативной памяти. Для 13 андроида это считается нормой. Далее в данном поле я также ставлю значение в гигабайтах а перед ним ставлю значение 10. То есть под Android TV я выделю 10 гигабайт свободного места от своего жесткого диска для скачивания либо установки приложений на виртуальной TV. Спускаемся чуть ниже и убираем здесь данную галочку. После чего проверяем здесь, чтобы было установлено данное значение как у меня. Ну а далее жмем финиш. А теперь собственно можно попробовать как работает установленный Android TV на моем компьютере. Для этого достаточно нажать здесь на кнопку play. Ставим здесь галочку, чтобы все корректно работало. Разрешаем доступ. Сворачиваем это окно. И ожидаем включения Android TV от Google. Далее нам необходимо создать или войти в свой существующий Google аккаунт. Нажав по данному ярлыку, вводим имя своей учетной записи и пароль. Ну а далее запускается виртуальный Android TV. Здесь все так же, как на обычных современных телевизорах. С учетной записью от Google можно устанавливать приложение на Android TV. Но в отличие от физического телевизора, вы будете управлять им при помощи клавиатуры и мыши. С правой стороны окна приложения есть панель настроек, где можно прибавить либо убавить громкость, вернуться на шаг назад, либо в главное меню и выключить Android TV. Также виртуальным телевизором можно управлять голосом при помощи Google Ассистента, нажав здесь на Search и выбрав поиск по микрофону. Итак, думаю, с этим вам понятно. Теперь как удалить данное приложение. Выключаем здесь виртуальный Android TV, закрываем это окно, открываем панель управления программы и компоненты жмем здесь на android studio и удалить ставим здесь галочку next и стал. после чего закрываем это окно кому было полезным и понравилось данное видео поддержите его лайком и подпиской на канал не забыв нажать на колокольчик до скорых встреч на моем канале и всем пока всем привет в этом